Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Отдай вот варяжки, я же говорю тебе, не надо спичек. А я говорю, надо, ты что? Это же лучший фокус со спичками. Да знаете фокусы, после них потом пожарных вызывать надо. По пожарных? Ни в коем случае. Не волнуйся, Даник, от моего фокуса спички нужно будет не зажигать, а тушить. Чем? Фу, смешной ты, водой. О, смотри, приветик, ребятки. Привет, друзья. Я сегодня подготовил вам такой фокус, от которого у вас загорятся... Что? Спокойствие, только спокойствие. Загорятся искорки в глазах, потому что он очень интересный. Хватит рекламы, показывай свой фокус. Что, уже не терпится? Ладно, тогда приступаем. Нам понадобится 2 блюдца, пипетка... И обязательно живая вода. И, конечно, коробок спичек. Берем 5 симпатичных спичек и сгибаем их вот так. Хрусть и пополам. Затем в центр спичечной снежинки нужно капнуть живой водой. Ты вода, водичка, покомандуй спичкой. О, гляньте, гляньте, ребята, что она вытворяет. Вот это да! Прям не верится, ребята! Печки движутся, как живые! Ага! Удивились? Так-так! Сейчас капнем еще живой водички, и вот оно, чудо! Вот они какие наши спички, и совсем не страшные. Зато мы с тобой, Даник, сделали 2 очень нужных дела. Каких? Во-первых, мы с тобой показали вот такой фокус. А во-вторых, дали пожарным поспать. Наш же с тобой фокус, он спичечно-мокрый, а значит безопасный. Это точно. Дворяшки, а где же ты взял живую воду? В кране. Да? Значит, на самом деле это обычная вода? Само собой, все очень просто, ребятки. От жидкости спички сначала намокают, потом разбухают и начинают расширяться. Так на них действует вода. В этом и есть разгадка моего фокуса. А я почти поверю в живую воду. Ну, она, конечно, живая. В ней есть всякие микробы. Но древесину они двигать не умеют. Знаешь почему? Потому что они маленькие. Нет, потому что не увлекаются фокусами, как мы с вами. Кстати, не пора ли на мультик смотреть? Пора! Смотрим. Ну вот и все. 8 часов, и уже пора ложиться спать. Ты спать хочешь? Ни капельки. Тогда у меня для тебя будет серьезное задание. Будешь до утра студию сторожить. Ладно? Ну пожалуйста. До утра? Не, лучше я спать пойду. Вот так бы сразу. До встречи, ребята. Цветных вам снов. Пока. Цветные сны.